Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я готовлю фаршированные баклажаны. Я взяла 2 баклажана, 450 грамм, грибы, шампиньоны 300 грамм, луковица одна большая, чеснока 2 зубчика, также помидор один, паприка, перец, соль по вкусу и зелени пучочек. Грибы я уже подготовила, я порезала их мелким кубиком и обжарила на сковороде с луком. Дальше я нарезаю баклажаны. Каждый баклажан я перерезала на 4 части, где-то длиной сантиметров 6. Из каждого кусочка баклажана вырезаем сердцевинку, хорошо почищаем ножом и складываем на блюдо. Затем слегка посыпаем солью и отставляем. Мякоть мелко нарезаем кубиком. На сковороду наливаем 2-3 ложки столовой растительного масла, перекладываем туда нарезанные кубиком баклажаны и ставим обжаривать. 2 зубчика чеснока также нарезаем мелко и отправляем к баклажанам. Перемешиваем и ставим еще поджариться немножко. Затем готовые баклажаны пересыпаем к грибам. Хорошенечко перемешиваем. Добавляем пол чайной ложки красной паприки, черного молотого перца и соли. Перемешиваем. Когда я обжаривала баклажаны и грибы, я их не солила. Теперь мелким кубиком нарезаем помидоры. Также отправляем помидоры к грибам и баклажанам. Перемешиваем. Добавляем немножко зелени, а немножко оставим для посыпки. И складываем на форму, в которой будете запекать. Накладываем начинку. По желанию сверху можно еще посыпать тертым сыром. Затем отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 20 минут. Вот такие румяные, красивые они получаются. Сверху я еще посыпала зеленью. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.